Я Инага Мавнина Евгеньевна. Проживаю в Ленинграде с рождения. Блокадница. Инвалид второй группы. Знаю семью Алексеевых всю свою жизнь. Алексеев Владимир Андреевич никогда не казался неадекватным человеком. Вся его жизнь построена на заботе о своей семье и о детях. Детям старается дать все то, что другие отцы вместе не дали. Больше что сказать. Всегда адекватен, аккуратный, приветливый, не пьет, не курит. Вся жизнь в детях у него. И дети выросли талантливые, способные, приветливые, активные. Семья хорошая, никогда никто плохого слова не говорил про них. Сегодня 16 апреля 2012 года.